Ребята, всем привет, привет, всем доброе, предоброе, очень доброе утро. Я встала, бабушка встала, тетя и мои две сестры не встали, почему-то. Вот. Я успела уже себя привести в порядок, выгрузила влог, потому что электричество вырубает с 10 до 4, и в это время мы просто все проводим на улице. Вот, сейчас у нас 9:57. Вот. Мы вчера сделали черепаху, торт такой. И у нас, я даже его просто не дождалась и сидела и жрала крем. Поймай себя, крем вкусный, сметана, сахар и масло размягченное. Я сидела там, сижу. На меня кто-то посмотрел, такой, а я чуть-чуть, я ничего, другие его ничего, я ничего. И потом, что мы еще делали? Я музон послушала, и легли мы в 12:30. После этого времени, ну вот, чтобы выгружать влоги, мне надо вставать как минимум в 9. Даже нет, как максимум в 9, чтобы... И понимаете, мне бабушка говорит, ну я такая, баба, разбуди меня в 9. Она такая, зачем, мне влог выгрузить надо. Она такая, Варя, ну мне жалко тебя будить. И такая, ясно, и понимаете... Мы легли в 12:30, а я сама встала в 9. Я вон когда в школу даже нам не надо было, надо было где-то к 11 куда-то идти. Я в 10 еле свою пятую точку с кровати подняла, понимаете? А легла я в 9 вечера. Вот тебя не поймешь, Варя, число. То встать, то не встать, то встать, то не встать. Вот не понимаю я себя. В общем, вот так вот все спят. И я тут тоже, так скажем, сплю. Кисочка сели в уши. Бутербродики с маслом. И сделали черенок. Я себе обычно черный. А Соне сделали с мятой, корицей. Я сейчас лежу, монтирую видео «Ожидание реальность». Мы все-таки его засняли. И оно получилось крутецкое. Я вон только смонтировала два первых случая. А я уже ржала по полной. Где этот дурацкий будильник? Короче, будет очень весело. И все-таки я его завтра выложу. Ребят, я наконец-то смонтировала видео. Ожидание реальность. Завтра оно точняк выйдет. В общем, ребят, мы сидим, доедаем черепаху. Понимаете, вот от этой тарелки, вот если считать моя рука, посмотрите, какая она огромная. Вот так вот. Вот что от нее осталось. В общем, мы сидим. В общем, мы сидим, доедаем. Арина, прости, я умерла. Вот, я смонтировала видео, но я не могу с интернета скачать погоду, знаете, дождь. Потому что у нас дождя не было. И не будет. Угу. Варя, как я буду? Нет, я левой рукой, извиняй. Все, в мойку. Ты моешь тут. Надо ешь. Угу. Кусочек. Два кусочка колбас. Вот. А это что за повар делал? Это мы гуляли с Мишкой. И... А почему так много сахара? Это я нечаянно наложила. Вот я и говорю, что за повар это сделал? А было с пудричкой вообще. Ну да, я видела. И я такая и говорю, что за повар вот это вот сделал? Два кусочка. Ой, ой, ой.